Одновременно в разных концах Ульяновска накануне были задержаны 28 человек. Предварительно установлено, что на территории Засвияжского района 7 местных жителей в возрасте от 38 до 56 лет организовали ячейку запрещенной экстремистской организации. В своей деятельности злоумышленники реализовывали идеологические и дисциплинарные функции, поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Злоумышленники продвигали идеи создания так называемой воровской власти в качестве антипода действующей государственной власти, а также применяли другие законы, то есть понятия. В рамках 30 обысков следователями и оперативниками изъята атрибутика запрещенной организации, 7 автомашин, обрез двуствольного ружья, сигнальный пистолет, 3 травматических пистолета, банковские карты, сотовые телефоны и ноутбуки. В ближайшее время следователь Ульяновского следственного комитета будет ходатайствовать перед судом об избрании 12 задержанным меры пресечения. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». В качестве подозреваемых допрошены 28 фигурантов. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.